Это история о том, как одна машина хотела получить все, но потом потеряла все. Это БМВ, да, но потом случился коллапс Toyota, и получилось МК5 Toyota Supra. МК5 Toyota Supra — это классная машина, но не сравнится, конечно, с МК4, потому что есть еще МК3, есть еще МК2 и МК1, потому что это МК5, но не факт, потому что это Supra, классная машина, она летит, потому что она Supra. Эй, это ракета, потому что это ракета. Можно красный, можно черный, можно желтый, вообще без разницы. Хочешь, сделай градиент. Это как нож градиент, оу, да. Это Toyota Supra MK5. Да, ты не понял этих слов тогда. Это Supra теперь MK5, не MK4, не путай, брат. Это Supra MK5, да, не путай сумкой от Chanel, что это за фигня. Да, это Supra MK5. Крутая машина, это потому что Supra. Это Supra MK5, летит как ракета, потому что это Supra MK5. Это быстрая машина, летит по 300 км в час. Я уже повторяюсь, это Supra летит очень быстро. Мы отправились в прошлое на старой машине, но теперь мы на новой, потому что мы летим на Кабота, мы на Делориане. В GTA 5 есть Supra. Это есть везде, потому что это Supra стреляет как АК-47. Это Supra, это Supra МК5, самая крутая машина, это факт. Ты можешь променять свою мать, можешь поменять на МК5, это факт, братишка. Это Supra МК5, не путай с МК4, потому что МК4 лучше, конечно. Да, это МК5. Супра крутая машина, да, о, блядь. Это очень быстрая машина, мы летим на ракете, потому что это Супра очень классная машина. Это Супра классная машина, оу, да, дядь, это Супра.